Я скучаю по вождению. Таскер, ты худший водитель в мире. Может, все-таки проверишь все возможности последней передачи? О, привет. Как ты выросла. Я подумал, надо устроить вечеринку. Я на краю. Теперь я еще больше на краю. Сегодня 20 октября. Добро пожаловать на час слабоумия на BBC 4. Таскер! Это я, Сэм. Все в порядке. Хорошо. Признай, становится хуже. Я знал, что однажды смогу позволить себе личного камердинера. Я хочу сказать речь. Итак, я... Давайте, может Сэм сделает это за меня? Да, Сэм, да, сделает. С удовольствием, конечно. Итак, как многие из вас знают, я постепенно теряю память и способность делать некоторые вещи. Вас бы не было здесь, и меня бы точно здесь не было, если бы не этот человек рядом со мной. Это несправедливо. Дело не в справедливости. Дело в любви. Нет, Сэм. Я хочу пройти через это с тобой. До конца. Знаешь, один очень мудрый человек как-то сказал, мы никогда не будем страдать из-за отсутствия чудес, а только из-за отсутствия веры в них.